и эйфории. Он их называет любовью, я не люблю это слово любовь, потому что любовь, я считаю, что это понятие серых, которые это чувство дано людям для принудительного воспроизводства населения, неразумного, а принудительного, неразумного воспроизводства. Но это другая тема. Поэтому я называю это чувство добром. Вот эти семь ангелов были, находились в состоянии эйфории добра, и они находились, они были посланы на землю для созидательного труда.